для начала ролика я вам хотела сказать, что я сегодня вам покажу, как ребята построить вот это дерево. Наверное, вы все хотите. Посмотрите, как получить, как сделать вот это вот дерево с яблочками. И сегодня мы начнем. Давайте сначала я его разберу, чтобы вам внимательно показать, и что для этого надо. Конечно, нам надо все сначала. Для этого вам нужны еще такие две доски. Но не вот эти тоненькие, потому что вообще ничего не сработает. Короче, я его сейчас разберу. А вот, смотрите, это деревья вот такие вот. А яблочки, они тут вот так вот сделаны. Так. Давайте я их быстро уберу. Вот. Еще, ребята, такую идею вообще никто не знает. Только я уже знаю, и потому что я, ребята, придумала. И она мне появилась, ребята. Вы можете из этого сделать яблочное дерево, которое там будут расти у вас яблоки. Наверное, они будут у вас вкусные. Вот я все разобрала. Здесь, короче, просто куча деревьев и яблоки, которые я их купила. А как вы, наверное, спросите, как они вот так вот стоят, ребята, я вам потом расскажу. Давайте сначала я их расставлю. Так. Сейчас вот расставим их. Так. Где-то долго будет. Ребят, вам не 10 тысяч нужно, потому что, ребята, это просто деревья стоят очень мало. Ну, и причем яблочки стоят где-то, не помню, где-то 4 рубля. Так что, ребята, это все делается легко. Но вот эти полосочки, ребят, вы, наверное, их найдете, они стоят 15 рублей. Это тоже немного. Так, давайте я вот пока... Так, яблоки будут у нас здесь. И вы можете брать дерево, собирать какие-то яблочки и потом их ложить. И это, ребята, будет очень красиво. Такой постройки еще, ребят, никто не знает. И я вам покажу, как это все делается. Вам нужны яблоки, деревья, вот такие большие. Такие большие деревья. И яблоки. Самое главное, чтобы яблоки. Так, нет, нет. А, не за два? Нет, нам не надо ничего продавать. А это если вы отходите, они такие то красные, то какие-то. Вот. Ну, начинаем, ребята, нашу постройку. Первое, вам нужно взять дерево и куда-то поставить на свое расстояние, где вы хотите, чтобы у вас росло это дерево красиво. Я поставлю его где-то нибудь посередине, чтобы я вам показала. Главное не переворачивать деревья, а то ничего не получится. И ложить их вот не в кучку. Вот не вот так вот ложить, вот чуть-чуть так. И у вас будет получаться побольшему дерево. Вы должны вот так вот ложить. И будет получаться такое немножко огромное дерево. Так, это что-то наискосок так-то. Надо перевернуть, что-то у меня наискосок. Ну ладно, тоже нормально. И, ребят, главное, чтобы было немножко много деревьев. И мы должны их вот так вот ставить. Ставим. Ребят, это видео будет долго, наверное, до 15, не знаю, там. Но получится, ребята, видео, потому что, ребята, эту постройку никто не знает. Ну, и я буду вам показывать, как построить это же красивое дерево. Так, о, яблоки здесь. Давайте их туда уберем. Что-то они тут у нас... Так, дальше берем. Деревья. Берем. Так, ой, что-то попыталось деревья у нас. Так, ставим его. Еще одно деревье. Ставим. Куча надо.
Так, вот так. Там что, яблоко опять? Как? Я же его не трогала. Так, вот деревья. Я здесь, они вот такого цвета. Ребят, вы, наверное, скажете, какой это цвет, какой это цвет. Ребят, это вот этот цвет. Вот такой вот. Он салатовый такой. Так, и давайте будем вставлять эти деревья в кучу. Так, вот эту дырочку сюда. Должно у вас получиться очень красиво. Главное, что получилось очень уютно и красиво. Так, вот здесь надо поправить, потому что ничего не получится, никакое дерево. Так, нет, это как-то... Вот так. Вот. У нас там 4 деревья и... Ну, это капец. Так, давайте. Теперь надо поставить сюда. Потому что, ребята, постройки придумывают люди, и потом они снимают видос. Ребят, только поставьте за это лайк, за мое старание, потому что, ребята, это, потому что такое дерево никто не знает. Ну, я его придумала, и вам я хотела вам рассказать. Главное, подсобирайте где-то там денежек 5-0-0. Ну, это не 5-0-0-0, а 5-0-0. Два нолика и одна пятерка. Так, вот, все, мы уже почти расставили деревья. Вот самое последнее дерево, мы вставляем его. Все, вот у нас что получилось. Вот такая вот штучка должна получиться. Потом вы берете вот эти доски, вам это очень нравится. Ну, не надо вот такие тоненькие, потому что у вас потом ничего. И вставляете их вот так вот. Нет, это не для этого, мы потом их уберем, потому что вы когда видели мою постройку, вы давно видели. Вот. И берем первое яблоко. Вставляем его. Вот так вот. Смотрите. И смотрите, когда мы убираем вот эту штучку, это яблоко у нас висит, как будто он растет. Так что вот так вот, вот вы, наверное, потом, наверное, в комментариях спросите, а этого, ребята, важно. Потому что у вас никакое дерево так не получится. Потому что если у вас не будет этой штучки, я вот как-то вот пробовала, но у меня вообще ничего не получалось. Ну, потом я взяла палку, вот эту штучку, и такая вставляла яблоки. И у меня просто получилось очень, ребята, красивое дерево с яблочками вкусными. Я их потом попробовала, они были обалденными. Так. Потому что я их сама вырастила. И чтобы потом было легче, вам надо передвигать доску. Так. Вот здесь у нас берем яблоко. Вставляем его сюда. Его видно? Ну, почти не видно, так что давайте я его ставлю как-то так, да. Вот эту доску теперь поменяем вот так вот. Берем яблоко, вставляем. Ну, главное, ребята, чтобы они не были вот так вот очень рядом. Очень. Нет, мне дерево не нужно, мне нужны яблоки. И вот это яблоко что-то неправильно. Вот, блин. Вот кажется так, да? Да, все. Так, и эти яблоки, ребята, это не те яблоки, которые можно на самом деле есть. Ну, это кажется, ребят, в Adopt.me очень красиво будет. И очень клево получится. Так, пододвинем. И потом покажу вам, ребята, как это будет красиво выглядеть. Так, яблочки мы вставляем. И они должны быть по кругу. Вот это что-то... Это даже... Вот так. Что-то вообще как-то раздвинулись яблоки. А, ребят, вы попробуйте, ребят, вставлять их как-нибудь, чтобы они были, выглядели как, что они растут на этом дереве. Так, и... Вернем еще яблоко.
Вот так вот. И теперь, ребята, вам нужно еще одну такую дощечку. Ну, если вы, ребята, еще раз не найдете эту штучку, она вот здесь вот находится. Так, это что у нас тут? А туалет можно что-то поставить? Ха, берем туалет, короче, ставим его здесь. Ну, с туалета тоже, ребята, так можно сделать. Берем яблоко. Так вот, а, это. И ставим на туалет. На туалет не ставится, значит, выбрасываем. И давайте мои деньги. Сейчас, ребят, найду эту дощечку. Короче, ребят, я решила, что я буду со стола сделать. Потому что на стол можно повесить любое яблоко. Так, вот так вот. Берем яблоко. Вот здесь вот. Ставим яблоко. Так, вот здесь вот ставим яблоко. У нас сейчас только два осталось, и это жаль. Ну, хотя вот, вот это вот яблоко мы можем убрать. Так, вот это вот надо убрать, потому что это некрасиво будет выглядеть. Надо поставить его. Давай, вставляйся! Давай! Берем яблоко и вставляем его вот здесь. Берем стол. И, ребята, это очень красиво выглядит. Для девочкам, ребята, это очень сильно понравится. Такой постройки еще никто не знает. И только я узнала. Ребят, я в мультиках не смотрела, чтобы как-нибудь снимать видос. И для вас все это делать. Так, стол. Придвигаем его сюда. Яблоко последнее. Но это у нас не будет последнее, потому что мы купим еще яблоко. Смотрите, где найти яблоки? Вам нужно вообще в конец и нажать в посерединочку. Посерединочку, вот. Нажимаем на посерединочку. Листаем один раз, и здесь 4 рубля стоит яблоко. Так, давайте берем. Если у вас не хватило, ребят, ничего. Просто покупайте еще, потому что они просто 4 рубля стоят. Это немного. Так, мне еще яблоко. Ну, какой хлеб? Мне хлеб не нужен. Так, яблоко. Яблоко. Ну и, наверное, 3 яблока. Да, все, 3 яблока только. Вставляем. И все, самое последнее яблоко. Это надо пододвинуть. Но его никак не пододвинешь. Все, самое последнее яблоко. Где ты? А, вот ты. И наша постройка скоро будет готова. Потом берем стол, выкидываем его. Эту штучку тоже выкидываем. Выкидываем. И вот смотрите, что у нас получилось. Это что? Все, блин, ничего не получилось. Вот так, давайте что-то придумаем. Ну, чтобы... Давайте вот где эта бочка. Будем... Где это яблоко, которое неправильно? Его сейчас скинула. Еще одна бочка. Коробка. Не, мне надо.
Спасибо. Так, вот яблоко сюда. Ага, это чтобы как будто не собраться. Не, нам надо поставить яблоко на место, а то... Яблоко-то где? Я яблоко, я тебе на бочку хочу и вот на вот эту бочку. Да блин, чё оно не ставится? Может, я вот так сделаю, эти бочки не нужны, вот эта бочка не нужна, вот это тоже, а вот это вот нужно. Аллилуйя! Ставим. Давай, на бочку! Ты что, на бочку не хочешь? Так, мне 15 уже идет постройка, ребята. Так, давай! Наконец-то! Все, потом убираем эти нафиг бочки, все нафиг. До свидания. И у нас, ребят, получилось такое прекрасное дерево. Надеюсь, вам понравился, ребят, ролик. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.